Война является такой же темой, как любая другая. На тему войны можно снять бесконечное количество фильмов, потому что было очень много эпизодов, заслуживающих внимания. Другое дело, как вы это будете делать и для чего вы это будете делать. Для того, чтобы показать силу духа, героизм, какие-то там благородные души, порывы души, это, конечно, безусловно, надо делать. Если вы хотите, опять же, освоить бюджет, который у вас появился, вот надо снять фильм. Или снять фильм, потому что вот пришла такая разнарядка. То у вас ничего хорошего просто не получится по одной простой причине, что все равно снимать фильм надо. А снимать фильм о войне нужно, конечно, исходя из внутренних порывов, из невозможности не снимать. Вот вам хочется рассказать? Тронуло какое-то? Тогда снимаем. А не потому, что вот пришла такая идея, или там кто-то сказал, что надо снять к определенной дате этот фильм. Поэтому можно снять, безусловно, но для чего? Для того, чтобы любой человек, посмотревший этот фильм, стал как-то по-другому воспринимать общечеловеческие ценности.